Привет, друзья! На сайте AliExpress полно различных изобретений и полезностей, поэтому подборка будет интересной и разнообразной. Каждый найдет для себя нужный товар. Скорее жми лайк и приятного просмотра. Погнали! Увесистый и крупный чехол превращает смартфон в брутальный гаджет, который придаст уверенности в экстремальной ситуации. В боевом режиме действует как настоящий электрошокер. Сам чехол создан из термополиуретана, выполнен в форме накладки и обеспечивает хорошую защиту непосредственно для смартфона. Электрошокер крепится к задней панели устройства и по конструкции напоминает чехлы-аккумуляторы. При необходимости владельцы такого чехла смогут порадовать недоброжелателей разрядом. Если верить инструкции, 5 секунд подобной терапии достаточно, чтобы взрослый крепкий мужчина потерял сознание, даже при контакте через одежду. Что интересно, шокер можно использовать и без смартфона. Цена – $35. Ссылка будет в описании. Обязательно сохрани, вдруг когда-то и понадобится. Для истинных ценителей аниме представляю эту супер детализированную модель доминатора из аниме сериала Psycho Pass. Уверен, многие фанаты манги будут счастливы получить такой в коллекцию, особенно если они еще и увлекаются косплеем. В сериале пистолет считывает так называемый преступный коэффициент и может стрелять только в того человека, который представляет потенциальную опасность для владельца и общества. Если человек агрессивен и может совершить преступление, дуло пистолета открывается, и он немедленно готов парализовать и снести голову потенциальному криминальному элементу. Модель пистолета имеет подсветку и идеально имитирует процесс перехода в боевую готовность. Цена на AliExpress – $78. Советую перейти и посмотреть. Уникальный бластер-кольцемет, который не даст вам соскучиться во время прогулок с друзьями. Устройте турнир «Кто самый ловкий» и ловите летящие кольца на руку. Пользоваться игрушкой легко. Вставьте кольцо на вращающийся круг бластера. Затем натяните тетиву и резко отпустите ручку. Закрученное кольцо со свистом полетит вперед на расстоянии до 100 метров. Вам останется лишь поймать его. Точность выстрела и попаданий очень высокая. Кольца выполнены из вспененного полимера, поэтому никаких травм в случае попадания по человеку не будет. Цена – $19. Болезнетворные бактерии ротовой полости – главная причина повреждения зубной эмали и возникновения стоматологических заболеваний. Чтобы поддерживать в здоровом состоянии зубы и десна, важно не только следить за чистотой полости рта, но и проводить тщательную дезинфекцию зубных щеток. Наилучшим средством для достижения данной цели является ультрафиолетовый стабилизатор для зубных щеток. С помощью аппарата можно одновременно стерилизовать до 5 предметов личной гигиены. На боковой поверхности прибора находится держатель зубной пасты и ультрафиолетовая лампа, которая позволяет эффективно стерилизовать зубные щетки, уничтожая до 99% болезнетворных бактерий, грибков, вирусов и микробов. Цена на AliExpress такого устройства – $8. Ссылку оставил в описании. Пусть наличие животного в доме не доставляет неудобства. SpetKit Smart Air – это устранитель запаха для туалетов домашних питомцев. Устройство снабжено площадками двустороннего скотча, которые позволяют прикрепить его к чистой и ровной поверхности, не повреждая стену. Освежитель автоматически фильтрует воздух возле лотка, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов. Для этого предусмотрено два режима работы. В первом очистка запускается при обнаружении питомца в зоне действия инфракрасного датчика. Второй режим автоматически активирует фильтрацию каждые 6 часов. Нужно лишь установить Smart Pur Air над лотком вашего любимца. Цена на AliExpress – $15.50. Летающий гелевый шар Cube of Fly на дистанционном управлении. На самом деле это гелевый шарик, который может перемещаться по комнате или улице. Крылья летающего пузыря сделаны из бумаги, к ним подключены мини-двигатели, которые приводят в движение шар. Шаром можно управлять с помощью пульта, который идет в комплекте. Такой гелевый дрон сможет стать отличным подарком для ребенка. Время полета гелевого шарика около 30 минут. Если шарик разрядился, его можно зарядить. Время зарядки составляет около 20 минут.
стоимость такого летающего шара $42. Да, цена, конечно же, не радует. Это удобное приспособление идеально подходит для копирования простых и сложных рисунков, например, портреты, пейзажи, городские зарисовки и натюрморты. Используя принцип оптической визуализации, изображение можно увидеть на холсте при просмотре через объектив. Достаточно установить планшет под небольшим наклоном, рядом с вашим планшетом или телефоном, и начать рисовать. Плюс устройство в том, что возможно нарисовать любой рисунок без навыков рисования. Оптический планшет для копирования и рисования станет прекрасным помощником как профессиональным художникам, так и всем любителям рисовать. Отлично поможет развить координацию рук, глаз и базовые навыки рисования. Цена $5.60. Ссылка будет в описании. Ставь лайк и подписывайся на канал. Эта модель дрона способна выполнять полеты на относительно большой скорости. Аппарат способен на вертикальный взлет и посадку, а также горизонтальный полет. Уникальной особенностью от остальных дронов является X-образное крыло и 4 электромотора с воздушными винтами. Цена такого удивительного дрона $75. Зачастую стандартные колеса вашего компьютерного стула царапают ламинат или паркет. Поэтому многим приходила мысль, что нужно как-то это решать. Для таких случаев придумали специальные сменные роликовые колеса для стула. Они немного лучше ездят и при этом не портят пол, так как сделаны из резины вместо пластика. Довольно удобные и легко меняются. Теперь вы можете кататься на стуле по всему дому и не бояться оставить царапины на покрытии пола. Цена набора $10. Коврик-будильник. Если вы любите посидеть допоздна, а с утра вы не можете открыть глаза и встать с кровати, тогда такой коврик выручит и не даст вам больше спать. Он будет будить вас звуковым сигналом, пока вы не станете на коврик обеими ногами. Обмануть коврик, поставив на него одну ногу, у вас не получится. Мало того, вам придется постоять на нем не меньше, чем 5 секунд. В противном случае звуковой сигнал продолжит вас будить. Батарейки обеспечивают бесперебойную работу коврика на протяжении года. Цена $31. Стильный полнофункциональный джойстик от компании iPega. Идеальное сочетание удобства пистолетной рукоятки, широких возможностей беспроводного джойстика и вибро-отдача устройства подарят вам незабываемые впечатления от игры и выведут на совершенно новый уровень ощущений. Этот игровой джойстик совместим как с Android смартфонами и планшетами, так и с iOS смартфонами и планшетами на аппаратном уровне. Важным достоинством iPega является тот факт, что он практически полностью повторяет достоинства консольных геймпадов. В устройстве предусмотрены полноценные аналоговые стики, шифты, 4 кнопки действия, крестовина и другие элементы. Работает на базе беспроводной технологии Bluetooth, подключаясь к мобильному гаджету не только вплотную, но и на расстоянии 6-8 метров путем простого сопряжения. Причем сама связь отличается быстрым и четким откликом, так как все ваши действия на кнопках будут моментально выполняться в самой игре. Сам же джойстик работает на встроенном аккумуляторе с высокой емкостью, которого с полным зарядом хватает до 12 часов. Процесс зарядки при этом удобно осуществляется через интерфейс microUSB. Цена $43. Обычные механические консервные ножи при использовании требуют определенных навыков и усилий человека, к тому же есть вероятность получения травмы. А вот эта открывашка максимально облегчает процедуру открывания консервов и избавляет потребителя от неприятных травм. Поместите открывалку сверху на крышку банки, которую вы хотите открыть, и просто нажмите на кнопку. При этом механизм электрооткрывалки сцепляется с краем банки и разрезает крышку ровно под ее ободом, и автоматически останавливается после завершения открывания банки. Цена на AliExpress $8. Запечь или закоптить курицу, приготовить стейк и овощи – теперь все это возможно сделать без траты времени и особых усилий. Эта уникальная печь-коптильня позволяет готовить несколько блюд различными способами одновременно. Коптильня представляет собой двухуровневую камеру для копчения. В
середине коптильни под нижней решеткой расположен резервуар для воды, что позволяет поддерживать нужную температуру копчения. Благодаря водному резервуару приготовленная пища сохраняет привлекательный вид продуктов, их сочность и нежность. Две регулируемые решетки находятся одна над другой. Это обеспечивает разнообразный способ приготовления блюд. Сверху гриля расположен термометр, который позволяет установить точный контроль приготовления продуктов. Цена – $69. Ссылочку оставил в описании. Наступление холодов всегда вызывает у домашних животных дискомфорт, а переохлаждение для них чревато ухудшением самочувствия и развитием нежелательных заболеваний. Поэтому им не будет лишним специальный теплый коврик. В качестве нагревательного элемента в ковриках с подогревом используется инфракрасная гибкая нагревательная пленка, которая равномерно распределяет тепло по всей площади, не допуская перегрева коврика и делая его абсолютно безопасным. Коврик включается напрямую в электрическую сеть 220 и нагревается до 45 градусов, в зависимости от температуры окружающей среды. Цена такого коврика $17. Лучший способ согреть холодные ноги – это воспользоваться носками с подогревом. В комплекте две батарейки и одно зарядное устройство. Вне зависимости от размера ноги, носки удобно сидят на ноге и выполняют свои функции. Тепло поступает от очень тонких соединений так, что вы не почувствуете никаких проводов и неудобств. Стирать носки рекомендуется только деликатной ручной стиркой в теплой воде. Цена – $9. Универсальная вакуумная насадка-щетка предназначена для уборки пыли. Эта щетка оснащена универсальным адаптером, а точнее переходником, который может использоваться практически со всеми домашними пылесосами. К тому же насадка оборудована десятком гибких микротрубочек, благодаря которым вы удалите практически любую скрытую пыль в любых труднодоступных уголках вашего дома или машины. Цена – $2. Конусообразный скребок для удаления льда и снега очистит стекла вашего автомобиля намного быстрее, чем другие подручные средства. Данный скребок сделан из пластика, очень легкий, его удобно держать в руке и он не царапает стекло. Для удаления снега достаточно водить круговыми движениями широкой частью скребка по стеклу. Вторая сторона скребка может быть использована как ледокол. Цена – $2. Ручной культиватор – это незаменимый помощник для вашего огорода, дачи или садового участка. Простой в эксплуатации и обслуживании, станет хорошим другом дачников и огородников. Культиватор позволяет выполнять не только окучивание, а практически любые операции по обработке почвы на вашем участке. Для рыхления, прополки и подрезки сорняков. В общем, у него очень много функций. Если интересно, ссылка на него будет в описании. Цена – $83. Набор щеток для дрели или шуруповерта. Нейлоновые щетки применяются для зачистки мягких или ломких материалов. Щетки изготовлены из мягких абразивных волокон, при этом обладают высокой износостойкостью и продуктивностью. Удобно для обработки большой площади. Насадки подходят для всех дрелей и шуруповертов. Отличная вещь. Цена на AliExpress всего $6.80. Легкое и компактное приспособление. Позволяет правильно и быстро намотать леску на катушку, даже если вы находитесь на берегу реки. Достаточно просто закрепить устройство на удилище, установить леску и следить за схождением лески на катушку. Легко, удобно, просто и не занимает много времени. Если хоть раз рыбачил, лайк. Цена устройства – $2.50. А этот приз я разыграю среди своих подписчиков. Достаточно поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий для определения победителя в специальной программе. Как только ролик наберет 500 лайков, опубликую победителя в конце видео. А чтобы ускорить процесс, поделись видео с другом и предложи поставить лайк. А вот и победитель из прошлого конкурса. Пиши мне в Instagram и получай приз.